Уважаемый Владимир Владимирович, в 2012 году были подписаны майские указы президента номер 600 от 7 мая 2012 года, в рамках которых многодетным семьям города Краснодара были выделены земельные участки для ИЖС на поле, которое находится за нами. И чувство радости, которое возникло у нас, через некоторое время сменилось чувством огорчения ввиду того, что земельные участки не подключены к инженерным коммуникациям. Тем не менее, некоторые из нас начали строиться, возвели стены, кто-то накрыл крышу. И тут опять ожидало нас разочарование, потому что крыши неоднократно снимали с домов, заборы срезали, разворовывали уже построенные дома. И люди находятся в отчаянном состоянии. Мы обратились через прокуратуру в суд, и полтора года назад решением Первомайского районного суда было признано бездействие администрации города Краснодара незаконным. Администрация была обязана подключить коммуникации, однако до сего дня коммуникации не подключены, потому что в администрации города отсутствуют средства. Мы не знаем, на каком этапе происходит сбой, на федеральном уровне, на уровне субъекта федерации или муниципальных образований. И, наверное, не должны знать, потому что мы простые люди. И мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы вникли в наш вопрос и помогли не только нам, но и многим-многим семьям, которые находятся в подобном положении с подключением коммуникаций инженерных к земельным участкам. Мы очень рассчитываем на это, и также мы хотели задать вопрос и получить ответ, есть ли вообще чиновники, должностные лица, которые отвечают за исполнение решения президента. Это первый вопрос. И второй вопрос, ожидает ли нам поддержки, помощи в решении нашего вопроса, нашей проблемы, учитывая, что она является частным случаем реализации майских указов президента 2012 года.